Уважаемые дамы и господа, ну что ж, и еще один поединок сегодняшнего вечера, еще один супербой, украшение сегодняшнего вечера, весовая категория 55 килограммов девушки. Рефери в ринге Сергей Майфат. В красный угол приглашается Анастасия Янькова. Меня зовут Анастасия Янькова, и сейчас мы будем боксировать по правилам W5. После моего дебюта в клетке многие писали мне, кто в шутку, а кто всерьез. На крайний случай у тебя есть проход в ноги. Теперь, если что, ты можешь сделать рычаг локтя. Ну, я постараюсь сделать так, чтобы до крайнего случая не дошло. Я знаю, что Евгения рисует, художник. Я тоже умею рисовать, но на ринге это не поможет. На ринге мы будем сражаться, драться, боксировать. Я так себе это представляю. И сегодня я планирую нарисовать еще одну победу в свой рекорд. Седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь, здесь под покровом небес мы родились. Уважаемые дамы и господа, в синий угол приглашается. Добро пожаловать на ринг, Евгения Костина! Меня зовут Евгения Костина. Я приехала из города Симферополя. Я профессионально занимаюсь художественной деятельностью, рисую портреты шариковой ручкой. Там нет права на ошибку, точно так же, как и в ринге. Можно либо что-то делать, либо этого не делать вообще. Представляю вам участниц этого поединка. В красном углу спортсменка, которой 22 года. Ее рост 168 сантиметров, вес 55 килограммов. На профессиональном ринге провела 5 поединков. Одержала 4 победы, потерпела одно поражение. Дамы и господа, из России встречайте Анастасию Янькова! В синем углу спортсменка, которой 25 лет. Ее рост 165 сантиметров, вес 55 килограммов. Дамы и господа, профессиональный дебют на ринге. Представительница Украины Евгения Костина. Спортсменки на середину. Девочки, пожали ручки. Боксируем по правилам W5. Захват, один удар. В клинче тоже можно один удар нанести. Слушаем мою команду и желаем вам удачи.
по углам. Первый раунд. Второй раунд. Прямой, давай! Давай.
клинче один удар. В клинче один удар. Фейт! Сама работа, право, прямое! Давай, давай, давай! Лена, колено! Эй! Хорошо, нормально. Право, прямой, почаще. Фейт! Дергай, дергай, дергай ее! Хорошо, так! Ася! Раунд третий. Хорошо. Елена, смотри, смотри. Давай. Хорошо.
У нас есть решение. Спортсменки на середину. Для награждения победительницы в ринг приглашаются заместитель генерального директора промоутерской компании «Плечом к плечу» Алексей Гусятников и представитель Сбербанка России Дмитрий Контарев. Супербой. Весовая категория до 55 килограммов. Со счетом 3-0 победу одержала Анастасия Янькова. С лета леля лежит мороз, гонит добычу весь день, но держат в узде дым деревень. Фотография, пожалуйста.